Тем более, что Сенат США сегодня утвердил нового главу Пентагона Эштона Картера, а он убежденный сторонник вооружения Украины. До этого Картер был заместителем уходящего главы Минобороны Чака Хейгла. Он считается таким откровенным ястребом, даже иногда как раз его сравнивают с тем, что он по вот своей вот такой ястребинности постоянно конкурирует с тем же Маккейном. Он настолько компетентен, на самом деле, вот то, о чем здесь много пишут, что в тот момент, когда назначали его предшественника 2 года назад, в общем-то, он ждал назначения собственного. С назначением Эштона Картера комментаторы связывают старт более жесткого военно-политического курса США. И не в последнюю очередь в отношении России. На прежнем посту 60-летний Картер курировал снабжение оружием армии США. А до этого ведал ядерной тематикой и военными аспектами отношения с постсоветскими странами. Опытный политик-демократ, кстати, входил еще в окружение Билла Клинтона. И считается одним из ближайших соратников президента Обамы, который в ближайшие дни примет его присягу.